Очередной взрыв в Одессе. На этот раз неизвестные подорвали кафе в центре города. Его владельцы занимают активную патриотическую позицию и помогали украинской армии. Пострадавших нет, однако заведению досталось довольно-таки серьезно. Бомба рванула около 3 часов ночи. Устройство заложили на пороге кафе на улице Жуковского. Внутри в это время находились владельцы. Их не задело. Я видела, как на меня несется взрывная волна в лицо мне, находясь внутри. Все. Что еще сказать? Я все остальное я уже не помню. Взрыв повредил фасад здания и зал кафе. В соседнем ресторане и квартирах выбило окна. У нас выбиты все стекла. Вот этот пакет у нас стоит, все лежит на полу. Там балконные двери, там все выбито, все стекла. Было приведено в действие безоболочное самодельное устройство. Приблизительно, по предварительным данным взрывотехников, мощность этого устройства от 450 до 600 грамм в тротиловом эквиваленте. Владелица кафе связывает взрыв со своей патриотичной позицией. Ее заведение бесплатно кормило раненых военных в Одесском госпитале. Ресторатор рассказывает, вокруг кафе стоят камеры наблюдения, однако накануне взрыва они загадочным образом вышли из строя. То есть они не записывали. В течение суток последних они прекратили записывать. Мы не знаем, что это. Кто-то или влез. Мы не знаем. В феврале этого года кафе уже минировали. Тогда бомбу заметили хозяева заведения, а саперы обезвредили ее с помощью специального робота. Подозреваемых в организации неудачного теракта задержали этой весной. Константин Гак, Константин Лужневский, 7 канал.